Мечты, друзья, должны сбываться. Слышите? Слышите? Там мечта. Вот об этом я мечтал с 5 или 6 класса, с кружка юнатов. Грезил, думал, и не получилось. И вот, наконец-то, я мечту осуществил. Не только это осуществление моей мечты, но и мечты моих соседей на больший урожай на даче. А что там, я скоро расскажу.